Привет, это канал I Like Pet, я Таня. Лето – отличное время для прогулки с питомцем в парке. Но как сделать так, чтобы выгул принес только удовольствие вам и вашему лающему другу? В этом выпуске мы расскажем вам главные правила прогулки с собакой в парке летом. Прогулка с собакой в парке в летний солнечный день может принести как много радости, так и много огорчений. Чтобы отдых ни в коем случае не был ничем омрачен, необходимо соблюдать самые важные правила летнего выгула. Какие? Сейчас расскажем. Хорошо подготовьтесь к прогулке с собакой в парке. Заранее обработайте питомца специальным средством от насекомых и паразитов. Также при необходимости нанесите на кожу собаки солнцезащитный крем. Не забудьте про ошейник, поводок и намордник, если он нужен. Обязательно возьмите с собой на прогулку лакомство и воду для питомца. Лакомство можно использовать во время дрессировки и игр, а вода поможет утолить жажду лающего друга. Не выгуливайте собаку в слишком жаркую погоду. У лающих намного меньше, чем у людей, потовых желез, поэтому им сложнее справляться с жарой. В жаркие дни старайтесь выгуливать своего питомца ранним утром и поздним вечером, отдавая предпочтение прогулкам в тени деревьев. Все животные по-разному переносят жаркое время года. Если вы заметили, что ваша собака начала страдать во время прогулки одышкой или вести себя беспокойно, если у нее появилось чрезмерное слюноотделение или сильное сердцебиение, скорее вернитесь со своим питомцем домой. Если самочувствие не улучшится или начнет быстро ухудшаться, незамедлительно обратитесь к ветеринарному врачу. Время прогулки не должно утомить питомца, при этом важно, чтобы оно было достаточным для него. Специалисты рекомендуют гулять с собаками крупного и среднего размера не менее 2-3 часов в день, а вот маленьким породам будет достаточно 1-2 часов. Также помните о том, что количество и время выгулов зависит от возраста питомца. Щенком стоит гулять от 3 до 5 раз в день, взрослой же собаке будет достаточно 2-3 выгулов. Помните о важности соблюдения негласного этикета собачников. Гуляя в любом общественном месте, убирайте за своим четвероногим другом и не забывайте держать собаку при себе. Отпускать питомца побегать следует только в специально отведенных для этого зонах. Также важно помнить о том, что знакомить свою собаку с другими животными необходимо только с согласия их хозяев. Если в парке, в котором вы гуляете со своей собакой, есть водоем, не спешите пускать вашего лающего друга купаться в нем. Сначала осмотрите его. Возле водоема не должно стоять запрещающих знаков, вода в нем не должна быть стоячей. Также важно, чтобы в водоеме не купались в большом количестве люди и не ездили лодки и катамараны. Если вы уверены в том, что водоем будет безопасен для вашего питомца, перед купанием обязательно снимите с вашей собаки ошейник, намордник и поводок. Плавание с этими предметами может быть опасным для питомца. Таковы самые главные правила летнего выгула. Помните о них, отправляясь с собакой в парк в солнечный день. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был iLike.pet. До новых видео!